Хомячок проходит игру в кальмара. Чего? Удивлены? Я тоже. Погнали. Для начала ему, естественно, нужно как-то до нее, видимо, доехать, поэтому тут стоит машина, в которую он пытается забраться. И он это с огромным успехом делает. Но что будет дальше? Она реально его увозит? А куда, собственно, спрашивается? Уважаемые игроки, игра в кальмара началась. Кукла. Своими руками? Что? Прикиньте, кто-то запарился и сделал куклу из кальмара. Своими руками, это круто. Ого, тут испытания какие. Вау. Ладно, смотрите. А как много хомячков? Я этого сейчас вообще не ожидал. Я думал, один будет. Но у нас прям целые... Раз, два, три, четыре. 10 хомячков! Что с последним? Ладно, с ним вроде все нормально. И они все начинают проходить испытания в игре в кальмара. Господи, это лучший ролик за последнюю 1000 лет. Браво, браво! Просто как они до этого додумались, окей? Давайте мы посмотрим, как они это сделают. Это ж капец! Каждому из этих хомячков можно придумать свое имя. Я думаю, это надо сделать, поэтому пишите какие-нибудь прикольные имена в комментариях. И в следующем ролике хомячков я назову вашими комментами. Давайте, коммент прямо сейчас. Смотрите, они очень ловко проходят эти испытания. Но кто-то останавливается и начинает кушать. Ну да, действительно, а как пройти испытания, не покушав, не подкрепиться, а? Ладно, вроде все нормально. Пока что каких-то определенных победителей нету. О! Вот это будет победитель! Я назову его... Флэш! Интересно. Это будет хомяк Флэш, реально. Ему, я думаю, подходит это название. Вы видели, как он крутит барабан? О, барабан — это последнее задание. Нужно просто его перескочить. У нас есть первый победитель, есть второй. Главное, чтобы не было проигравших. Остальное все нормально, все чики-пуки. Туда полез-то? Алло, правило для кого? Ладно, он пересек линию, так тоже можно. Ну почему бы и нет? Это ж хомячки в игре в кальмара. Конечно, им все можно. Осталось несколько игроков. Первый есть. Сейчас давай еще второй. Давай, 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 забирайся. Еще второй. А где тот самый быстрый-то? Флэш, где? А он куда, спрашивается? Там все нормально, там, надеюсь, не 9-метровая высота. А то как-то обидно за хомячка будет, если он просто туда свалился. Ага, игрок у нас какой-то выбыл. О, еще один. Ну, Флэш у нас проходит, все нормас. А еще остался? Да, все, он тоже прошел. Мне уже интересно посмотреть на следующее испытание. О, это, кажется, денежный приз, который находится на самом верху. Да ладно, офигеть. Слушайте, это очень-очень-очень круто. Вы так посмотрите на это крутое испытание. Да они даже печеньки такие же сделали. Просто вау. Я просто ставлю огромный лайк создателям этого видео. Хомячки сейчас будут реально вырезать фигурки. Это логично, ведь они хомячки, они будут кушать, и параллельно у них должна получиться фигурка. Но как это будет, я не знаю. Но давайте мы на это сейчас и посмотрим. Смотрите, он прям обгрызает ее полностью. Так он лопнет, пока съест всю эту печеньку. Вы что, надо было поменьше печеньки хотя бы сделать. Они какие-то огромные. Вы посмотрите, печенька больше хомячка. Как он должен пройти эту игру? Это подстава, это какая-то подстава. Я думаю, они никто не пройдут. О, чел, 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 вот ты съел печеньку вообще неправильно. Ему что, надо зонтик вырезать, да, вот этому вот хомячку, вот этому. Зонтик. О, повезло, повезло. Ну посмотрим, как он с этим справится. Ну вы посмотрите, как круто выглядит это испытание. Все сделано вручную, даже песок есть. Че? Он выиграл? О, он выиграл круг. Как? Ну окей. Чего? Что происходит? Как они это делают? Алло, эй, вы кого обмануть хотите? Что? Он треугольник якобы вырезал. Кружок вырезал. А интересно, что будет с тем, у которого зонтик? Я звездочку даже у них получилось. Ага. Вот он, зонтик. Нет! Не трогайте хомячка, пожалуйста, не трогайте. Слышь, мистер Амогус. Стоп, это же реально Амогус. Амогус. Он здесь взялся? Не... Нет, минус один хомяк. Блин, вроде смешно, вроде грустно, черт возьми. Ладно, нормально, они тащат свои печеньки куда-то. А было бы круто, если бы зонтик как раз-таки получился. Еще больше денег добавляется в наш призовой фонд. И все хомячки там, как в тюрьме, видели? Они просто там все в одной комнате толпятся и ждут следующую игру. И кажется, следующая игра настала. Стоп.
Это игра двери! А что за фигня? Подождите, что это за игра? Тут слишком много дверей, ступеньки. Я помню, что что-то такое было в сериале, хотя я сам сериал не смотрел. Но что это за испытание? И у них есть 3 минуты. Чтобы что? 3 минуты, чтобы что сделать? Ладно, он побежал куда-то. Я не знаю куда, что он здесь найдет. Я без понятия. Но им дали ровно 3 минуты. Им нужно шарики найти. Так, первый шарик найден. Допустим. Это, наверное, попрыгунчики. Может быть. А может и нет. Хорошо, будем называть их попрыгунчики. Отлично, мы уже нашли 3 попрыгунчика, получается. Еще и какие-то попрыгунчики дают плюс 2 балла. Плюс 3 балла. Так, еще 3 балла. Или это не баллы? Я не знаю, неважно. Мне просто интересно, что будет дальше. 4 балла только что было. 7 баллов, чё? Либо он 7 нашел их. Да, наверное, именно этот хомячок нашел 7. Я понял, это хомячок под номером 456. Он нашел 7-й шарик. Вот тут есть вся статистика. Дальше нам покажут другого хомячка. Например, хомячок 212. И он тоже нашел 7. Ничего себе. Уже 8? Нифига себе. Так вот, им нужно найти максимальное количество этих шариков. 9. Один хомячок нашел 9. Это просто нереально. Другой тоже 9. Капец, их много еще осталось. А чё, я думал, уже все повыбывали, а их тут что-то прям дофига. Ой-ой-ой, 9 секунд остается. Надеюсь, вы, кстати, лайк поставили на этот ролик. Давайте, у вас тоже остается 5 секунд, чтобы влепить лайк на этот ролик. 3 секунды, 2, она, все. И кажется, выбывает именно тот хомяк, кто нашел меньше всего шариков. И это игрок 001. Да ладно, серьезно? Просто первого игрока выкинули. Денег в призовой фонд еще немного добавилось. О, перетягивание каната. Вот это будет заруба. Я прям чувствую, что это будет капец как интересно. Ну что, давайте, заходите, хомяки. А что ты один-то? Ты что? А друзья где? Я не понял. Перетягивать-то с кем канату? Я не понял. А канату-то с кем перетягивать-то? Я не буду. Может, вы будете, ребят? Вы тоже вроде не хотите. Алло? Где другие-то? Что происходит? Так, я думаю, их нужно найти. Иначе это как бы, ну, смысла нету эту игру проходить, понимаете? Аккуратно! Я уж думал, сейчас морду прижмет себе. Ничего себе, он на лифте доехал. Красиво, красиво. Капец, у него глаза краснющие. Вы посмотрите на этого хомячка. Мне прям крипово на них смотреть. Так это... Народ-то где? Собственно говоря. Чё? Так, ладно. Он пошел в другой лифт и спускается на другом лифте. What? Я что-то не понимаю. Он тоже, кажется, найти не может никого. Судя по тому, что он здесь все уже обнюхал. Здесь нет никого. Это странно. Я допер. Серьезно? Они переделали эту игру специально для хомячков. Им нужно не перетянуть канат, а пройти по нему. Аккуратно, аккуратно. Ты что, ты сдурел, что ли? Аккуратненько проходи. Фух, отлично. Сердце ёкает, когда он по канату поэтому проходит. Слушайте, это гениально, чуваки. Я сначала вообще ничего не понимал. Я думаю, вы тоже ничего не поняли. Думаю, где перетягивание-то? Как они, хомячки, будут перетягивать канат? Но сейчас до меня все дошло. Если он пройдет сейчас, так это же изи задание. Они же вообще легко проходят его, просто вот так вот, как семечки как будто пощелкали. Смотрите, абсолютно каждый хомяк... ну ты не подводи меня, ты же флеш. Да, это же флеш. Но он нас не подведет, он прошел это испытание. Следующий. Заходим, заходим, не стесняемся, давайте, давайте. Вам туда, наверх. Ага, вот сюда. И прямо через канат. Что-то мне подсказывает, что именно этот хомячок сейчас провалится. Это будет точно он, чуваки. Напряженка появилась, какая напряженка. И что он будет делать теперь? Нет, ну нет, ну нет, аккуратно ты. Ну куда ты смотришь-то, зараза? Там высоко же, нельзя прыгать вниз. Что? Канат порвался. Ви-ви-ви-ви-ви-ви-ви. Чуваки, это нечестно. Ему канат. Нет! Ну это смешно и грустно одновременно. Я не знаю, что на это сказать. Посмотрите, это грустно. Нет, не падай. Нет. Минус еще один. Но денег добавляется еще больше. Ведь игроков становится все меньше. Призовой фонд увеличивается. Капец, жалко хомячка, который только что с каната свалился. Вообще, опа-на. Это сейчас будет вообще приколдесно. То есть сейчас хомячкам нужно угадывать стекло. Ну, чувак, нет, нет, нет.
аккуратно, аккуратно, чел, аккуратно, главное не торопись. Ну, это не... Если ты упадешь, это будет вообще очень... Ну, мне больно будет, понимаешь, я не могу видеть, как они падают. Не могу! Поэтому давайте, ребята, уж аккуратнее как-нибудь там так. Он понимает, что не сюда, нам на другое стекло. Слушайте, а он умный, хорошо держится, хорошо. Я думаю, что для других хомяков восстановят эти стекла. Он прошел! Изи! У него прям под ногами. Точнее, под лапами. Сломалось стекло, но он все равно прошел. Следующий экземпляр. Погнали! О, это же Флэш. Как он так прошел-то быстро? Что-то, по-моему, он считерил-то. А, стекла не восстановили. Смотрите, чуваки. Вот это поворот! Офигеть! Я сейчас просто был в шоке! Как он эпично упал вниз! Я очень надеюсь, что хозяева продумали тот момент, что внизу должно быть что-то мягкое. И они не падали на какую-то жесткую поверхность. Очень на это надеюсь, иначе мы с подписчиками выберемся. И хана вам, понятно? Согласны, ребята? Так, аккуратно проходит. Ну, я думаю, здесь-то что не пройти. Ну же, вот, стекло увидел. Хорошо, все, изи, спокойненько. Осталось пару участников. Возможно, даже это, кстати, последний. Так, аккуратно, аккуратно, чувак, ну ты чё, блин? Сейчас, давай, давай, упади еще там, где уже стекла нету. Ага. Это будет вообще тогда фиаско. Так, слушайте. Держись, 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 бро. Он что, поднимется? Нет, он не поднимется, чуваки. Он не поднялся. Минус два игрока. За один только раунд. Финальная игра. Что здесь нужно делать? Давайте посмотрим. Интересно, интересно. У них должен быть, по идее, сейчас батл. Вы что, не будете же драться-то? Ребята, не деритесь, подождите. Лучше идите покушайте что-нибудь. Орешков там, семечек. Это что такое началось, я не понял. Вы что, действительно драться будете сейчас? Вы что, совсем? Что? Такого я вообще не ожидал. А, он вышел сам. Или этот чувак его выгнал. Что происходит? Что им нужно сделать? Он ухватил красный флаг. Мне кажется, что именно он будет победителем. Тот самый с красными глазами. Да, так и получилось. Он забрал все деньги. Весь приз. Зачем хомячку деньги? Я вышел в интернет с таким вопросом. Если вам понравилось это видео, прямо сейчас подпишитесь на канал, чтобы не пропускать новые такие смешные видосы. Посмотрите другие видео с канала. Увидимся в следующем ролике. Пока!